Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром. С вашими Рием поехали домой к медсестре, которая слышала последние слова Арифа. Теперь они в шаге от того, чтобы выяснить правду. Актай попросил помощи Урдала. К тому же, в этот раз Идирин рассказал Урдалу все, что знает. Актай загоняет в угол. Борджу и Дючлю прибыли в дом Эртона, которого они подозревают в их ранении. Эртон ждет помощи от Актая. Актай начинает подозревать, что Сваш влюбился в Мирим. Ревность заставляет его повысить свои требования к Мирим. Эта ситуация всех подвергнет опасности. Посмотреть 12-ю серию вы сможете после 18 октября.